Вот оно, в общем, новое мероприятие я создал. Бандиты против сватовцев. Давайте посмотрим, на что способна данная сборка. Пиздец! Я играл все время с Гремом. Короче так, либо ты ставишь лайк Кроксу, либо я ломаю тебе черепушку. И не забудь подписаться. Или я маме пожалуюсь. Качика сами Крукс. Как вы все поняли, сегодня я солью свою сборочку по нашей игре под названием GTA San Andreas Multiplayer. Сразу предупреждаю, данная сборка подойдет не для всех, потому что она делалась отчасти по-долбоебски. Показываю почему. Не буду вам пиздеть лицо, все-таки перед вами стоит честный бомж, а не какой-то там пиздоболыч, который говорит слив лучшей сборки на моем канале, а это нихуя не так. Я считаю, данная сборка идеально подойдет для текстуродрочеров, а конкретно когда тут стоят вот такие дороги, вот такие стены. Сейчас мы с вами телепортнемся в гетто и кое-что покажу. Я нахожусь рядом с респой Groove Street, и просто посмотрите на эти деревья, посмотрите на это небо, посмотрите на этот мост. Я считаю, текстуры просто охуительные. Вот такой вот приятный домишко, его текстура. Также хотел бы вам показать количество FPS на данной сборке. У меня стоит 100 FPS. Это стабилочка, 100 FPS это очень круто. Вот такие быстрые движения вы сможете оформлять на данной сборке, но перед этим вам, конечно же, нужно посмотреть гайд по Heavy Fist'у. Думаю, все заметили такие приятные фиолетовые эффекты. Почему-то, кстати, в модлодере они называются голубые эффекты. Видимо, у автора были проблемы с английским языком, ну, похуй. Вы все будете в ахуе, но тут у нас показывает 340 FPS. Я считаю, это очень мощная сборка. Что тут сказать по модлодеру? Я не стал пихать много чего лишнего. Тут у нас стоят текстуры для нашего San Andreas'а. Эффекты, шрифт от нашего ГВшника, General только один стоит, потому что он самый приятный по звучанию, ганпак, который я сейчас покажу, HD машины и HD карта, и думаю, этого достаточно. Блять, я долбоёб, я не тот ганпак поставил, подождите, это вообще не то. Вот такой вот, в общем, приятный ганпак, приятный Desert Eagle, приятный шотгун и приятная М4. Они самые оптимальные для стрельбы и очень приятные на вид. В плане скриптов тут их не особо много, самое основное стоит это сбив анимации на клавишу R, также нажимаем F2, тут у нас выводятся все удобные команды, к примеру, если у вас мало FPS на копте, то лично я делаю вот так вот, я прописываю команду show nix, чтобы скрыть ники, вот так вот два раза, и после чего ников не видно и FPS становится намного больше. Вы, наверное, скажете, Крукс, у тебя стоит Heavy Fist, меня забанят или заварнят на Evolve. А я вам скажу, что открытый перенос с Evolve на SMPRP. Тут у нас все разрешено, поэтому заходите и играйте вместе с нами. Ну а если вы хотите прокачать свой аккаунт с нуля, то промокод хэштег Крукс в вашем распоряжении, который даст вам охуительные бонусы. В общем, я открыл телепорт, назвал его Перестрелка. Сейчас посмотрим, сколько здесь будет народу. Ладно, народу я думал будет больше, но все-таки все в школе, все делают уроки, так что ладно, думаю, сойдет. Ну я, конечно, самый хитрожопый, занял самую удобную позицию. Ну вот так вот у нас пишется плюс килл. В общем, наша команда выиграла, давайте еще проведем подобное. Вот оно, в общем, новое мероприятие я создал. Бандиты против сватовцев. Давайте посмотрим, на что способна данная сборка. Пиздец! Я играл все время с Гремом. Короче, я пересоздал мероприятие, потому что немножко, как вы поняли, обосрался. Так, теперь я точно вырубил ГМ, и сейчас точно проверим, на что способна данная сборка. Как всегда, наша команда выиграла.